Кто это? Аня, привет, да. Ребята, всем привет, давно не виделись. Анян. Да. Как что-то? Вы, наверное, много раз видели, как мы жалуемся на свои волосы, говорим о том, что они у нас после стольких окрашиваний выглядят как солома, которая... Естественно, не да, которая пожевала уже лошадь. И отдала нам обратно, да, настолько все плохо. Короче, вот. Да, нас услышали. Да, нам повезло, нас наконец-то увидели или услышали, или может кто из вас там созвонился. Да, ребят, если кто-то из вас, напишите обязательно, потому что мы верим, что кто-то из Visuals по-любому протянул нам руку помощи через замечательных ребят. Да, нам корейский бренд прислал сыворотки для волос. Да. Возможно, это сыворотки, но мы на корейском очень плохо разговариваем, поэтому, возможно, это... Да-да-да-да-дам! Кундал. Да, магазин называется Corella. Возможно, мы неправильно произносим, но если что, исправьте нас, пожалуйста. И сейчас мы будем вместе с вами распаковывать. Наши волосы оживут! Они станут живыми! Мы надеемся, что они все-таки оживут. Представляете, как будут изменения? Нет, нет, в смысле, они станут более упругими, блеском, вот, короче. И кто не знает, ребят, да. Они сотрудничают с TXT. TXT продвигает этот бренд. Поэтому мы надеемся, мы что сейчас там карточки. Там карточки должны быть. Поэтому для всех мне кажется, мы не столько переживаем за волосы, как за то, что может быть карточки. Да, у нас очень много каверов на канале на TXT. Они слышали музыку! У меня есть ноготочки. Чем ноготочки? Мне нужны ноготочки, чтобы открывать. Кстати, тот значок есть, что это лимитка. Limited edition. Это прям полноформатные. Красивые они. Я думала, они будут меньше. Да. Это масочка. Обычно ойл. Да, кстати, вау. Essential oil, да. Экстракт макадамия. Это получается white mask. Amber vanilla. Они такие красивые. Тут разные. С разными запахами. Ультра-сыворотка. Ультра-сыворотка. Да, они все ультра-сыворотка. Cherry blossom. Cherry blossom. Ну что, девочки, раскрою вас. Карточек нет? О! Я видела! Я видела! Антоша, нет! Забиваю! Август, я тебя такого не ожидала. Интересно, там все равно работают? И разделим их по мемберам. Как бы мы думали, какая бы сыворотка принадлежала каждому из них. Итак, Cherry Blossom. Подождите, я, кстати, хочу... Можно я расскажу? Да. Это на запах как осветление. Как осветление? Субмин. Это субмин. Это субмин. Это запах как осветленные волосы. Запах осветленных волос. О! Прикольно. Оно слабо пахнет, но прикольно.
Что? Мне кажется, это бумбью. Типа он такой. Я не чувствую. Я почему-то. Не-не-не-не. Не, это же масло, оно так не сделается. Ну, запах появится. Мне кажется, под цвет его надо черепосом отдать. Мне кажется, ты должен быть какой-то резкий запах. Резкий? Да. И он как раз-таки такой. Ваниль такой! Ваниль? Да, да. Мне бы. Там ванила была. Да. Мне кажется, это такая. А, мы самый маленький. Пингрейфрут. Вот мне кажется, грейпфрут. Кай. Вот грейпфрут я бы фунги отдала. Субин. Грейпфрут. Бумбю. Я не знаю, почему-то, знаете, вот он такой школьник немного, и мне кажется, что ему подошел такой. Хорошо, бумбю. Цитрусовый запах. Это фиолетовый. Я не чувствую. Я тоже. Не знаю, проще. Чего, мы не все не пролить? Они справились с ним. О! О, мне кажется, это очень подходит уже. Такой мужественный, да, запах. Такой, знаешь, прям элегантный. Пахнет мужчиной. Ты поставь. Давай, к Дэдди Байбу. Короче, ребят, мы... Кто-то уже начал. Кстати, да, по-моему, их нужно наносить. Но точнее, их смывать нужно, да. Надо наносить на увлажненные волосы. Ну, в общем, сейчас, я думаю, по кончику Магус мы ничего не заметим, но мы обязательно воспользуемся этой помощью. Да, мы попробуем и обязательно поделимся с вами результатом, потому что очень интересно, как работают сыворотки совместно с TXT. И да. Станем ли мы похожи на TXT? Да! Знаете, утюжки, фены и лаки не приносят пользу волосам. Обживать надо. В общем, обязательно покажем вам результат, ожидайте. Да, а еще нам пришли вот такие вот штучки. Пробнички. Да. Тут я не знаю, что это. Тут витаминчик. Тут витамин А, а вот это я не знаю. Бальзам для волос. Вот как мы быстро. Чтобы наши волосы были еще крепче. Здоровее. Да. И не ломались. Спасибо большое, что досмотрели это видео. Спасибо. Ожидайте результат. Ну какие красивые. Прям так хороший мужик.